Друзья, сейчас вы увидите очередную хитрую ловушку для водителей, которая гарантирует лишение прав. На этом видео из Москвы, на пересечении Большой Никитской улицы и Бульварного кольца, водитель Porsche Cayenne ориентируется по линиям разметки. Но не тут-то было. Он оказался на встречной полосе. И вдали его, разумеется, уже ждал сотрудник ГИБДД, выполняющий план. Это известная засада. И с первого раза почти все едут навстречку. И таких мест теперь в центре Москвы полно, пишут зрители. И говорят, что за такое рисование надо рублем наказывать. И тех, кто проектировал, и тех, кто рисовал. Будьте внимательны, друзья.